Хай, он кончит эту войну. Он дети, глянь, что делают. Дети гибнут, и стоят с этой стороны. Они, может, посмотри, запустили, говорят, поубивали. Везут он окровавленных все. Что же он делает? Постоянно стреляют, постоянно бомбят. Как у вас с едой, газ, свет? Воды, света нету, газ пока есть. Своими силами, где перебивают осколками, своими силами как-то заматываем эти пробоины. А магазины работают у вас? Нет, магазин закрыли, не работает. А продукты где вы берете вообще? Продукты, вот это что летом закупоривали, вот этим всем питаемся. Когда бывает, ну, возможность есть выехать на химик, там скупляемся, а так... Не знаем, куда деваться, куда бежать. Ехать, куда ехать, и с чем ехать. Чтоб ехать, надо деньги иметь. И куда-то надо ехать. Куда мы поедем с своей земли? У меня тут мама лежит. Куда? Все поразвали. Куда? Света нет, воды нет. Побили, все побили. Горит, люди горят. Устина квартира разбитая. Камень собирали, эту копейку. Пусть прекратят уже эту войну бессмыслицу. Сколько нам будет? Сколько мы будем плакать, а? Сколько будут люди гибнуть? Господи, за что? Я хочу мир. Прекратите братоубийственную войну. Хочу мир. За что гибнут дети? За что? Я хочу мира. Пусть люди живут, мы жили в мире и согласны. За что? За что мы воюем? Я ничего не пойму. Эля, иди сюда! Пусть он посмотрит, когда люди бегут, бросают все, бегут. Голые бросают свои дома и убегают отсюда. Скажите. Так, а нам что? Хай, он кончит эту войну. Он дети, глянь, что делает. Дети гибнут, и стоят с этой стороны. Они, может, посмотри, запустили, говорят, поубивали. Везут он окровавленных все. Что же он делает? Не надо мне ни войны. Я и при Советском Союзе жил, и на Украине жил, и при СССР жил. Мне разницы нет никакой. Мне, что мне Западом делить? Что мне Западом делить? Мне не надо ничего делить. Он нехай бы выйдет на поле и посмотрит, как он увозит красные кресты, молодых пацанов. Молодые дети. Он, я подошел, он стоит бедненький, а что ему приказ? Кто-кто? Вон, вояки, вот. Украинские, да. Вот, я подошел, он говорит, а что же я делаю? Меня послали. Ну, что же делать? Правильно, говорит. Я не хочу воевать.
Я не хочу, не хочу, чтобы те стреляли, не хочу, чтобы эти. Я вам не пить, два назад.